Спектр заболеваний молочных желез довольно широк. А наиболее частыми жалобами, с которыми обращается пациент к врачу, как правило, это уплотнение в молочной железе, боли в молочной железе, а также выделение из соска. При появлении жалоб со стороны молочных желез мы в первую очередь призываем не паниковать, а обратиться к врачу, так как абсолютное большинство этих жалоб будут ассоциированы с доброкачественными изменениями в молочной железе. А к наиболее типичным признакам рака молочной железы относят, как правило, плотный, несмещаемый узел, с втяжением кожи, втяжение соска, отек кожи по типу лимонной корки, извивление корочки самого соска. Начнет врач со сбора анамнеза и определения группы риска. С последующим осмотр и рекомендации, какие наиболее подходящие методы обследования в данном случае применимы. Наиболее чаще применяется маммография, УЗИ. Обычно этого достаточно, но в ряде случаев для уточнения применяется 3D-маммография или томосинтез, маммография с внутривенным контрастированием, МРТ молочных желез, а также ряд инвазивных вмешательств, это биопсии и пункции. По окончанию обследования доктор расшифрует все полученные результаты, даст рекомендации согласно полученным обследованиям. Это будет рекомендация либо по лечению, либо по дальнейшему наблюдению. В клинике женского здоровья, как в маммологическом центре номер один, обследуют молочные железы уже 28 лет. Помимо этого, у нас консультируют гинекологи, эндокринологи. Совместно с Центром персонализированной медицины пациентов ведут врачи-генетики. В настоящий момент доступность клиники женского здоровья не ограничена. Записаться можно на обследование как через операторов колл-центра, напрямую обратившись в регистратуру. Кроме этого, открыта онлайн-запись на сайте МКНЦ.